9 августа, в День воинской славы России, жители Десногорска вспомнили подвиг героев Великой Отечественной войны. Аллея памяти на территории медико-санитарной части номер 135 служит ежедневным напоминанием об участниках боевых действий, о подвиге народа и отдельных людей, остановивших войну. Именно сюда с желтыми цветами в руках пришли представители администрации соцзащиты, сотрудники МСЧ, учителя, военнослужащие контрактной службы и юноармейцы. Среди них организатор памятного митинга, председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова и те, кто принимал участие в посадке мемориальной аллеи. Наши земляки, как и весь народ, воевал и работал в тылу, делая все для фронта, все для победы. За последние годы стало доброй традицией наводить благоустройство на местах захоронения воинов, высаживать аллеи славы, и вот такая же аллея есть на территории медико-санитарной части. В первую очередь на митинге вспомнили ветеранов, которые и сегодня живут в Десногорске. Их осталось всего трое. Но навсегда в памяти десногорцев те, кто уже ушел из жизни. Их имена навечно останутся здесь, на аллее славы. Среди приглашенных гостей – члены их семей, дети и внуки. У меня тут вспоминается бабушка, тоже она была военным фельдшером, прошла всю войну, была в плену, бежала. Вот слава тебе, Господи, не получила практически никаких серьезных ранений. Вот. И она, пройдя весь этот путь, тоже заложила и в нас действительно вот эту силу к победе. Здесь, на этой аллее, знак моего отца, Абрама Григорьевича Ивановича. Он уроженец Смолещины и сражался от начала до конца на этой. На этой аллее я благодарна работникам, которые ухаживают за этой аллеей. Дважды злоумышленники нарушали здесь памятник. И дважды все восстанавливали вовремя, то есть следят. Главное в работе комитета солдатских матерей – сохранение памяти о страшных, но героических днях военных лет, о ветеранах, принесших нашей стране мир. А сберечь память можно только обеспечив преемственность поколений. Именно поэтому среди присутствующих на подобных мероприятиях так много молодежи, будущих и действующих защитников страны. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.